свой 54-й день рождения. А Таркуша Нашвили встретил в реанимации. Врачи экстренно провели операцию, чтобы спасти звездного пациента. Реабилитация обещает быть тяжелой. После операции Атар пока не может говорить. Источник сообщил, что ведущий уже начал выходить из медикаментозного сна, но пока общается при помощи взгляда или жестами. Звездный ведущий находится в отдельной палате, где за ним круглосуточно следят врачи. Медики оценивают его состояние как стабильное, но все еще тяжелое. Его отключали от аппарата ИВЛ. Он почувствовал себя плохо, снова подключили. Он по-прежнему в реанимации, говорит источник из окружения Кушанашвили. А отметим, что на прошлой неделе акула пера был госпитализирован из подмосковного Красногорск с жалобами на острые боли в области живота и сердца. После обследования у ведущего была диагностирована острая непроходимость кишечника. Было решено провести экстренную операцию, в ходе которой медики обнаружили опухоль брюшной полости. Взяли биопсию, будет готова только к концу недели. В зависимости от того, какая она, его будут оперировать в другом медицинском учреждении. Если это все-таки рак, тогда на кошерку переведут, сообщил один из осведомленных источников. Несколько дней перед операцией Атара чистили, чтобы подготовить организм к хирургическому вмешательству. Он приходит время от времени в себя, отмечают в медицинском учреждении. Близкие Атара верят, что все наладится. Врачи делают все возможное для нормализации его состояния и отмечают, что организм у телеведущего крепкий. Пожелаем скорейшего выздоровления журналисту.